С какой проблемой я столкнулась? Столкнулась с тем, что много было морщин при активных эмоциях. Это морщины на лбу, вокруг глаз. И очень хотелось уголки губ поднять все-таки вверх. Делала ранее ботокс, филлеры. Это раз в год, раз в два года. Комфортные ощущения во время процедуры практически не ощущалось, но какие-то небольшие там укольчики. Да, нос мне делали без анестезии, при этом не могу сказать, что был какой-то дискомфорт. Ощущения были, но никаких болевых, прям острых ощущений не возникало. Все очень прекрасно. То, что морщины ушли вокруг глаз, лоб и уголки поднялись, губ, я заметила где-то недели через две, вот уже прям эффект. Конечно, по форме носа, то, что мы делали нос, эффект был виден сразу. Омоложение явное.